В продолжение тем ремонта дорог предлагаю взглянуть, из чего же делают наши дороги. Почему на одном полотне трещины появляются уже через месяц, а другое верой и правдой служит годами. Сколько сантиметров и слоев асфальтовой смеси под колесами автомобилей ярославцев. Давайте посмотрим. Итак, все основные ярославские дороги состоят из двух слоев асфальта – верхнего и, соответственно, нижнего. Нижний – это либо мелкозернистый асфальтобетон, по нормативам его толщина должна достигать от 4 до 5 сантиметров, либо крупнозернистый асфальтобетон толщиной от 5 до 6 сантиметров. Далее идет верхний слой, в Ярославле это ЩМА – щебеночно-мастичный асфальтобетон, принимающий основную нагрузку. Это дорожное покрытие разработано в Германии в 60-х годах прошлого века, оно прочное, долговечное, судя, конечно, по официальным характеристикам, а также понижает уровень шума. Толщина ЩБА на наших магистралях должна быть минимум 5 сантиметров. Оба слоя асфальта укладывались при ремонте главных городских магистралей в этом году, например, на проспекте Ленина, на проезде Матростроителей, а также на улицах Дачная, Урицкого, Стачек и 50-летия ВЛКСМ.